Новый подрядчик приступил к строительству пристройки к 8-й школе в конце октября. Когда зашел на объект, был только конструктив здания, колонны и перекрытия. За несколько месяцев удалось сделать немало. Мы зашли здесь после неудачного подрядчика. За это время было выполнено очень много работ, связанных с инженерными коммуникациями. В том числе мы переложили водопроводы, канализации, сделали новые подключения, построили новую теплотрассу, проложили основной кабель электроснабжения, подали тепло в здание, обеспечили тепловой контур. Круглосуточно и без выходных пристройку к 8-й школе возводит около сотни строителей. Готовность объекта 65%. Технологическое оборудование пищевого блока будет завозиться по готовности отделочных работ. Но я считаю, что примерно через месяц оно как бы подготовлено. А остальное инженерное оборудование, например, вентиляционное, оно готово. Лифты завозятся завтра. Строение рассчитано на 200 учеников. В нем разместятся классы коррекционной школы «Надежда». Поэтому здесь все продумано до мелочей. На полах будет широкоформатная плитка. Это значит, что швов будет меньше. И, например, передвигаться на коляске удобнее. И проем дверей, и уровень отметок пола, они все предусмотрены для движения колясочек. И лифты с первого на второй и третий этаж, они тоже предусмотрены для колясочников. Строительные работы по плану должны завершиться в конце июля, а уже 1 сентября для учеников школы «Надежда» прозвенит первый звонок. Евгения Августина, телекомпания «Одинцова».